у нас черепицы. Сейчас для того, чтобы показать, на что пригодны наши тренировки и чего можно добиться, занимаясь постоянно боевыми единоборствами, восточными единоборствами, я покажу на примере например, вот этой вот черепички. Обычная черепица, которая ложится на крышу. Это грязно, не пофиг. Мы берем эту черепицу и ломаем ее об голову. Обычный прием, который может повторить мум. Не каждый, но человек, занимающийся восточными единоборствами, не один год. Итак, вот обычная черепица. Смотрим на нее. Вот такая вот черепичка. Вот такая вот. Сейчас проверим, бля, немецкое качество на советской голове. Итак, проверяем. Как вы видите, черепица разлетелась. Это говорит еще раз о том, что если заниматься спортом, если заниматься правильно спортом, можно добиться очень многого. И не только ломание черепицы. У меня к вам все. Всем пока.